абзал ананы. Өздеріңізге арналғанды қабыл етіңіздер. Но мы продолжаем. Каждая женщина, конечно же, для кого-то мама. И этот прекрасный стих адресуется всем нашим прекрасным мамам. Мне мама все дала на свете. Тепло и ласку, и любовь. Всегда давала мне советы, когда не знал я нужных слов. Символ женственности Тамара Асарова. Шагом стада, шагом.
коллектив «Жонха». Произвела настоящую революцию в индустрии. Она воплотила национальную одежду в тренд, который имеет огромный спрос в других странах. Но главная заслуга Нуршах в том, что каждая деталь одежды они вкладывают частичку души великого казахского народа. Большой авторитет и знак качества на рынке в своем направлении бренд «Марч 17» стал узнаваемым не только в Казахстане, но и за ее пределами.
вашему вниманию показ от бренда Медины Сактагановой. Қыз коллекциясы 2023-2024. Осы жолы біз сіздерге қыздардың әрбір әйел затының мәнсіз және батыл екендігін көрсеткіміз келеді. Туынды әйел заты мықты әркез әйелді әйел түскені деген ниетте шығарылған. Казахстанский бренд Медина Сактаганова. На этот раз мы вдохновились каждой из вас хрупкой, нежной, воинственной, целеустремленной и многогранной. А именно данная коллекция создана в поддержку женщин о женщинах. Наша миссия – сделать этот мир красивее, не теряя индивидуальность. Главная задача – сохранить казахскую культуру и наследие. Вот такую прекрасную красоту создают руки хрупких предпринимательниц Мангыстауской области. Стал некой визитной карточкой Мангыстауской области и, конечно же, узнаваемым брендом не только в Казахстане, но и за пределами. Моники Иверсен, вице-президент регионального менеджера Виза Центральной Азии и Азербайджан, госпоже Кристине Дорош. Председатель комитета женщин Тюркской торгово-промышленной палаты, председатель правления Ассоциации развития женского предпринимательства Азербайджан госпоже Бабаева Сакине, член комитета женщин Тюркской торгово-промышленной палаты Кыргызской республики по развитию женского предпринимательства госпоже Чыныбаевой Айжан. Вот таким нашим уважаемым и почетным гостям ваши бурные продолжительные аплодисменты. Завтра опять день матери, с самого утра начинается. Да. Что об этом никто не, чтобы не забыл. Первое. Во-вторых, спасибо вам. Спасибо за ваш труд. И столько лет уже мы, многих я здесь вижу. Wir werden hier mal dafür, wir wünschen uns, dass wir mal in Deutschland werden. Und dann sollte die Botschaft auch mal verordnet werden, damit man hört, dass es gut ist. Ребайф! Особенно! Фантастика!
Рахмет, рахмет, керемет жақсы. Бақытты болыңыз. Всем поднимаем правую руку, берем из вон плоскую три. Опустим на плечо своего рядом сидящего соседа, если вы помните, есть, да. Обняли, да, вот на плечо поставили. Повернули свою голову на правую сторону и своему соседу в ухо говорим: ты прекрасно выглядишь. Прям четко и ясно вы говорите: ты прекрасно выглядишь. Теперь все подняли левую руку, верно, солнцем закрутили. Опустили на плечо слева сидящего своего соседа на плечо, повернули голову на левую сторону и говорили: да, я знаю. Уверенно говорите: да, я знаю. Теперь своему противоположному гостю, который сидит напротив вас, вот вы и вы, показывайте вот так вот: я за тобой слежу. Да. Кто сидит напротив вас, говорите: я за тобой слежу. Пускай думаю, что это имел, что он имел в виду и так далее. Итак, если вы следите за своим соседом, если вы следите за своим гостем, то я думаю, что вы сейчас будете следить за следующей нашей программой. От представительниц всех наших представительниц Мангистауской области, от наших успешных женщин, которые вас встречали, небольшой музыкальный сюрприз, потому что сюрприз, он всегда прекрасен. Поэтому сюрприз от представительниц Мангистауской области. Встречайте! Как мы работаем, так мы и отдыхаем.
Я благодарю каждую нашу коллегу, которая вот здесь стоит со мной. Это люди, которые на природу. Обычно у нас бывает ветер, но все эти дни природа так любит вас, природа так любит нас, что подарила такую погоду. Я благодарю каждый регион, который приехал. Хочу, чтобы вы все уехали силой, духовностью, любовью и огромным-огромным счастьем. Феличита! Басымыздан сипайды, бетімізден сүйеді, сосын батасын береді.
звание присваивают сами ремесленники, профи в Казахстане только своих ремесленников. Бизнес-леди, без тебя сегодня ведет. Алла в садах ведет. И ты на Алла в садах.